Самым лучшим и преданным сотрудникам, которые отдали работе в концертном зале много лет, вручили благодарственные письма и знаки почета. Фестивальный уже много лет остается главной летней площадкой для проведения концертов с участием звезд российской эстрады. За 4 десятилетия на сцене фестивального прошло более 5000 мероприятий. Их посетило свыше 9 миллионов зрителей. Сегодня фестивальный продолжает радовать публику, но город мог лишиться своей визитной карточки. 10 лет назад, когда я только стал мэром Сочи, наш фестивальный уже принадлежал предпринимателям, которые собирались здесь строить торгово-развлекательный центр, ну и два дома жилых. И это бы было совершенно несправедливо. Это визитная карточка города, и ее нужно было сохранить. И мне тогда с моей командой пришлось приложить немало сил. Концертный зал фестиваля был открыт в 1979 году. Он вмещает 2500 зрителей. Здание построено по уникальному проекту. Зал открытый, но при этом вокруг него не найдется ни одной точки, откуда была бы видна сцена, только из зрительного зала.